видела, что во время обстрелов? А то, что вы сказали. Ну, бегим, бегим на нижний этаж, вон прячемся по углам, где можем спрятаться, вон скамеечки ставим, все, и прячемся, уже нет сил больше, нет сил больше. А это обстрелы, которые звонят каждого дня, или это так не, раз в неделю? Не, оно непредсказуемо, непредсказуемо. Вот бывает тихо-тихо, как дадут, и все, мы тогда бегим, вот бросаем все, вот вчера соседка даже телефон забыла взять с собой, бросила все, выскакиваем, бегим. А другой раз, если потише, уже собираемся, уже одеваемся, сумку с документами берем, чтобы не сопуститься. А то так через день, через ночь? Не, ну, нельзя сказать как. Угу. Нельзя сказать. Вообще так просто? Да. Бывает, что и 2-3 дня, и бывает реже, и бывает чаще. Угу. Непредсказуемо. Там плохо заходить, я не пойду, конечно. Конечно. А вы, если сможете, пойдите там посмотрите. Угу. А то я там буду. Ага, так, вниз, туда. Ага. Данька, пойди с Даней. Там есть комнаты, там оно повидно быть. Может, надо было фонарик взять? Может, было надо. Да? Может, было надо. Jesteśmy w prowizorycznie przygotowanym schronie, kilometr od Piaski. To jest najbliższa pozycja ukraińska w rejonie lotniska. Do takich schronów jak ten sadzą ludzie, jeżeli ostrzały trwają dłużej niż kilka godzin. Często nie mają możliwości w ogóle wypiec z domu, żeby tutaj dopiec przez upadające pociski. W materiale widzieliście już, że ludzie tutaj żyją, co myślą. Co zawdzięczają wyzwoleczeni operacjanty terrorystyczne.